Император, мы смогли восстановить эту ракадскую сеть ретрансляторов, несмотря на ее возраст. Все готово к ритуалу. Нам нужен лишь артефакт. Лучше, чтобы так оно и было. Артефакт уникален. Дарт Скотч прошел через многое, чтобы достать его. Мой лорд, существуют сомнения в верности Дарта Скотча. Что, если кто-то прознал о наших планах? Я полагаю, ты достаточно компетентен, чтобы остановить любого. Сеть активируется, и вы сможете достичь всех чувствительных к силе существ в галактике. Все погибнут, чтобы вы стали всемогущим. Меня не должны отвлекать. Если что-то пойдет не так, вы со Скотчем ответите за это. Началось. Никого не впускать. Темный советник. Все-таки Дарт Скотч оставил след. Остановитесь! Дальше вы не пройдете, мой лорд. С дороги! Я не позволю императору закончить ритуал. Слишком поздно, мой лорд. Он почти завершен. У вас не осталось времени. Ради бессмертия император убьет всех существ в галактике, включая тебя. Я член Темного Совета, и мой долг перед имперскими подданными остановить его. Перед ним на колени. И, быть может, ты возродишься в его новом мире, когда его... Еще один безмозглый фанатик. Я пройду через твой труп. Считаешь себя спасителем этой жалкой галактики? Нет. Ты лишь выиграл немного времени. Но я терпелив. Рано или поздно
и я получу и бессмертие, и всемогущество. Это лишь вопрос времени. И это была постановка «Спасителя» от студии Cyberfighting Art.